А у вас за чекин кофе не дают? Шучу, шучу. Два сахара. Да? Около 200 highly engaged юзеров. Почему здесь бриф вообще? Это только trial campaign. Это правда? Потому что это правда. Рой, мы пришлем по мылу. Боупарк, конечно. Вилочку. Ок. Нагоним ботов. Будет вирусня. Футубра порвет твиттер. Плиз ретвит. Давай перекурим твою идейку. Стоп, стоп, стоп. Я тебя услышал. А теперь послушай меня. Нет. Я придумал. Помнишь эту рекламу Найка? Помнишь этот ролик на Ютубе? Кейс у Duck of Doom? Нет. А мне казалось, у нас тут зеленый свет. Я сейчас не вспомню цифры, да, но компания, она была очень успешной. Папа и сын играют в футбол. Под дождем. Коп, коп, коп. И мокрый мяч летит с комками грязи и сыну по морде брас и ляп на него. Потребителя нужно учить. Спасибо вам за фидбэк. Уже разместили, сейчас посмотрим, что пишут. О, зачет. Так, дешевое, унылое говно. В ролике странный парень. А где здесь вирус? Пишет нам пользователь. Идея не нова. То есть идея не нова. Я правильно понял, уважаемый гость? Не нова идея. Угу. Да, да, да. Но есть новая идея. У меня, да, есть новая идея. Она касается того, куда бы тебе пойти? А пойти тебе в жопу!